Всем привет, с вами канал Садовые дела, меня зовут Алексей. В этом видео я покажу вам процесс стрижки живой изгороди из пюре японской. Подстригать живую изгородь я буду бензиновым кусторезом. Первое, что я делаю, это устанавливаю два штыря по краям живой изгороди и натягиваю шпагат. Шпагат служит для меня ориентиром, по которому я стригу изгородь. Можно, конечно, делать все на глаз, но это займет намного больше времени, так как постоянно нужно будет отходить в сторону, смотреть, примерять на глаз, чтобы было все ровно. А шпагат натянули, нет никаких проблем. Ну все, поехали. Итак, одна сторона живой изгородь подстрижена. То же самое нужно проделать со второй стороной. На видео снимать не буду, так как, думаю, принцип понятен. Устанавливаем два штыря, натягиваем шпагат и стрижем по шпагату. Теперь, когда живая изгородь подстрижена с двух сторон, остается подстричь вверх. Для этого я выставляю шпагат на нужную мне высоту. В моем случае это 40 сантиметров. И по нему сейчас быстренько пробегусь кусторезом. Ну вот, живая изгородь подстрижена, остается убрать весь мусор. Еще кое-где пробегусь, подровняю, и будет готово. Ну вот, живая изгородь подстрижена полностью. Кое-где есть вот такие проплешины. Страшного ничего там нет. Дней через 10 все это зарастает. Живая изгородь становится плотной и красивой. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Садовые дела. Меня зовут Алексей, увидимся.